Всем привет! У нас есть вот такая пара колес и электрический триммер. Мы соединили все это вместе и получилась газонокосилка. Для этого пришлось изготовить всего лишь одну деталь из куска дюймовой металлической трубки. Вот так она выглядит. Все делалось разъемное без сварочных работ, на болтах диаметром 6 мм. И это хорошо, потому что после испытаний нас постигло глубокое разочарование, и мы эту конструкцию без труда разобрали за несколько минут. Все дело в том, что для этой газонокосилки нужны определенные условия. Это ровный сухой газон. В таких условиях нормальная вещь. У нас же совсем другое. Вспаханный мягкий огород, заросший бурьяном. И оказалось, что косить легче без колес. Так что, кто собирается такое делать, учитывайте все и не повторяйте наших ошибок. В общем, в нашем случае это полное разочарование и пустая потеря времени. Для других условий эта вещь имеет место быть. Всем пока, до новых встреч на канале, не забудьте подписываться.